Так, ну что ж, тогда заканчиваем маленький перерыв и погнали на следующее дополнительное задание. Дополнительную историю. Дополнительная история. Тот, кто выбирает будущее. Или как-то так называется задание. Это совпадение? Потому что это место выглядит так знакомо. Это то самое место, которое я никогда не забуду. В чем дело, Камуй? Просто это место очень похоже на судьбоносное место, что было для меня. Именно в этом месте я должна была выбрать одну судьбу из трех. Три судьбы. В моем мире существует два противоборствующих королевства. Одно называется Королевство Белой Ночи, а другое — Королевство Темной Ночи. Я родилась полуночным. Я родилась в Белой Ночи королевстве, но в силу определенных обстоятельств я провела свое детство в королевстве Темной Ночи. Значит, по сути, у тебя были две родины, Камуй. И они враждовали друг с другом. Это то место, где столкнулось королевство Белой и Темной Ночи. И тут мне нужно было выбрать, на какой стороне самой быть. В королевстве Белой Ночи, где я родилась, или Темной Ночи, где я выросла. У меня были дорогие товарищи, члены семьи, братья и сестры с обеих сторон. Это ни в коем случае не означает, что их можно как-то сравнить, дабы выбрать одно. Но все же мне пришлось принять решение. Дочерину тему торазу.
Какую руку я возьму из протянутых? Или же я не возьму ни одну и буду сражаться в одиночку? Это и есть твои три судьбы, Камуй. Должно быть, это был очень мучительный выбор. Интересно, в какой-нибудь момент моего путешествия наступит ли такой же момент, как был у тебя? Ты уже сделал самый важный выбор. Путешествовать вместе со всеми нами в этом мире, дабы спасти его. Да, к сожалению, ребят, тут выборов не будет. Вариантов пойти по другому пути. Поэтому, Валера-сан, давай скрестим мечи. Я хочу посмотреть, насколько сильна твоя сила воли. И позволь мне снова взять тебя за руку. Я уверена, что когда мы это сделаем, мы сможем создать еще более крепкие узы. Я понял. Я согласен. Нет. Я понял. Я приму это как мой выбор, так и выбор, который ты сделала, Камуй. Я хочу увидеть, что находится за пределами пересечения этих двух путей. Окей. Да, Fire Emblem Eve или Fates. Был неплохим. Так. Во-первых, что у нас тут? 8 единиц. Угу. Так, кого мне оставить дома? Оставим Анну. Пусть она сегодня отдыхает. Ну, Эрасов, да, как бы, я же говорю. Fire Emblem Eve у нас три сюжетные линии. И, собственно, да, вот именно тут ты выбираешь, какую сюжетку проходить. Это самое начало игры. А что там дальше? Ну да, это спойлеры, так что... Когда-нибудь пройдем, может быть. А может и нет. Ничего не обещаю, короче, как обычно. Не хочу ничего обещать, а там уже как пойдет. Салар, постараемся, да? Так... Один мостик только. Ну ладно. Это вроде будет легко, на первый взгляд. Вы готовы? Ну что ж, тогда давайте начнем. Камуй は地形を変化させる力を持っています。注意が必要ですね。Камуй обладает силой изменить местность, так что будьте осторожны.
Давай, Савр. Ихимас! Да, знакомый ост. Не, ну прикольно, конечно, они эти дополнительные карты сделали. Которые, по сути, воссоздали карты из той игры, откуда пришли эти эмблемы. И музыку тоже завезли. Блин, серьезно, нам придется по одному мосту. Те, толпой. Да. Великовато. Каваи? Нет, не каваи. Ну да, я бы с удовольствием поиграл бы в ремейк Fire Emblem и вот с таким графоном. Надеюсь, слухи правдивы там такие. Я находил в сети. Конечно, как бы сейчас слухи из разряда одна бабка сказала, так что да, сами знаете. Но как же хочется, чтобы это было правдой. Файта. Сейчас крита 40%, так что да. Машина для убийств по имени Понято. Так, ну это слишком опасно, я думаю. Так, а чё по дамагу-то будет по нам? А, фигня, чё я выставлю? Когда мы... Блин, вот та тварь будет бросать топор в нас. А другой копье. Ну, давайте посмотрим, что у нас по дамагу. Ну да, Артензия рискует отлететь. Так что ладно, не будем рисковать. Так, стоп, в смысле? Можно перемещаться по той... Чи? Почему-то я думал, что с этой стороны нам не дадут пройти, а... Ладно, это я тут затупил, забей. Да.
Готово. Просто не очень далеко тут как бы можно перемещаться. Но главное, что можно. Да, чё-то божественный дамаг. Да, не сюда. Ублюдок! И решил бить именно так, как контратаковать нам не получится. Какого хэ? Ну, Нуар. До свидания, понятон. У него крит сработал. Да, не затащила. Отлично. Говно вопрос. Следующий. Ах ты шо, блюдо. Я использую силу дракона,
что дремлет в земле драконьи жилы. Возможно, вам будет немного трудовато дальше вести бой, но я уверена, вы сможете найти свой путь. Ага, спасибо. Да, ребят, клёво, поджигаем. Так, подождите секунду. Так, все, продолжаем. Так, ну, Голд Мэри я бы уже отправил сюда, на другую сторону. Так, правда, сначала разберемся с этой мелочью. Шанс у ворота такой себе. Да. Просто мне Голд Мэри нужно еще похилить. Так что придется Юнаки, к сожалению, почувствовать немного боли. Хотя сейчас... Или не придется. Так, что-то тут какая-то толпа собралась. Что, даже не знаю, с кого начать. Я знаю одно. Мистиру нужно убрать как можно дальше. Потому что для нее это очень опасно. Да и лучника не стоит держать. Мы можем просто вот так сделать. Готово. Ну, 500 золотых. Отлично. Всё в порядке.
Жесть, этот ублюдок живучий. Ну, Эрастов, для нас уже как бы это не важно. Давай, Лунар. Высадите. 141 дамага. Так, а вот и максимальный уровень. Класса. Такое себе на самом деле. Шанс крита 8%. Да вы издеваетесь, опять 2 хп. Шанс крита 10%. Как вы думаете, кританем или нет? Ну, попробуем. Конечно же нет. А вот когда не понадобится крит, он сработает. Как миленький. Ах ты ж! Минус Артензия. Ну вот, сейчас точно минус. Да твою же ж, она кританула. Ладно, короче, все. Посмотри, что она творит. Я сказал минус Артезия, а тут у нас что-то наоборот сработало. Минус все враги. Да, нормально. Так, вот только вот это сейчас проблема. Стоп.
Да, это, конечно, фигово. Стоять, стоять. И сиди. Сейчас у нас все получится. Отлично. Блин, чуть-чуть не долетаем. Можно было из лука. Но не хватает чуть-чуть дистанции. Хотя какой смысл ей блокировать возможность идти один ход, если она так близка к Гортензии, которую завалят. Да, зря мы убрали хилку. Она сейчас пригодилась бы. О, отлично. И готово. Ну, типа, все. Не, ну Артензия, конечно, удивила. Такое не каждый день происходит. Как и ожидалось от вас, Валера-сан. Ваша воля. Нет. Я смогла почувствовать всю вашу волю этим мечом. Называется Ичи Ятагами.
Я тоногами. Что можно перевести как меч бога ночи или как-то так. Кстати. Меч бога ночи. Это действительно прекрасный меч. Большое спасибо. Это священный меч, который, как говорят, может принести спасение. Задолго до того, как мне пришлось выбрать судьбу, на разрушенной площади он сам прыгнул мне в руки. Кстати, точно, это самый пролог. Да. Именно в тот день, когда моя мама умерла, он защитил меня. Камуй, ты тоже потеряла маму? В то время я так сильно горевала, что потеряла себя. Но я смогла все-таки вернуться обратно из глубин горя и отчаяния. Благодаря тому, что у меня были товарищи, которые поддерживали меня. Как, какой бы выбор я бы не сделала. А еще этот меч, он всегда был со мной. Камы, аната но кимочи, йоку вакаримасу. Камой, думаю, я действительно теперь понимаю твои чувства. Корекарамо, аната ва жудайна сентаку о семараレル дешо. Хидоку омой наяму кото ни нару камо сиремасен. Отныне и впредь тебе придется еще делать тяжелые выборы. Иногда это может расстроить очень сильно. Но никогда не забывайте то, что я всегда буду рядом с вами. Я запомню. Нет, я буду помнить всегда. Что мы никогда не одиноки, даже когда нам кажется, что мы разбиты. Тогда у тебя все будет действительно в порядке. Я верю в это. Спасибо. Я буду идти по выбранному пути до конца. Как и ты. Отлично. Так, ну что ж, на базу. А, стоп. Сначала можно немного походить. Вы все действительно удивительны. Вы были очень сильными и подавляющими. Я очень рада, что я могу быть рядом с вами в этой битве. Так. О, там есть животные, кстати. Привет, привет, концентрат. Ну, как вам, ребят, задание? Было весело благодаря Артензии, по большей части. Она, конечно, показала нам нечто. А в целом, да, изи. DLC задание вчерашнее с
как его там зовут, с Эрином было повеселее. Она показала выживач. Угу. Ну, я был уже готов отмотать время. Так, и песик. Все. Так, возвращаемся на базу. Ну, нам, кстати, еще два доп. Задания остались и все. И потом можно наконец-то пойти немного по сюжету. Хотя, я не знаю, ребят, вам что больше интересно? Ну, кроме сущалинков, потому что это самое интересное, что есть в игре. Доп-задание или сюжетное задание? Так. Ну, Астер, да, причем киллер на Пегасе это. Это не просто какой-то воин, там, мечник или копьеносец или еще кто-то. А, киллер. Киллер. Танкует на Пегасе. Это, конечно, зрелище, да. Такое не каждый день увидишь. Ну, я тоже на такое не рассчитывал. Какое прекрасное место. Идеально подходит для такой изящной и прекрасной особой персоны, как я. Да, ну, конечно же, божественному дракону это место больше подходит. Я... Да. Колодец. Так, все, вроде мы собрали все. А нет, он там внизу еще что-то есть. Кстати, мы в Лейсе давненько не играли. Так, нужно сначала накормить. Вот тебе рыбы. Погладить.
Так, и вроде все. Дальше можно пойти отношения прокачать и поспать. А, стоп. Точно. Хотел посмотреть, что у нас там по очкам собралось. Ну, короче, да, тут еще копить и копить. Не шанса с нулевым дамагом. И сущий линк открылся между ними. Восхитительно. Кстати, ну... их сущий линк может быть интересным. Это надо посмотреть. Так, ладно, клан тут даже бить нечего. Она просто дернула копье, и он умер. К сожалению. Гордо Мари дес. Михорете кудасай. Бродия Оджохе. Джеде. Велден, потому что он был недоступен. И вижу, мы сделали очень правильное решение. Так, ну типа все. Я все еще не привыкла приходить сюда совершенно одна. Потому что это все-таки особенное место. Я все еще нервничаю. Да. В старые времена тут всегда была госпожа Люмера. Она показывала мне тут все. Господин Божественный Дракон, пожалуйста, скажите мне, если у вас есть какие-то проблемы. Я обязательно помогу вам тем, чем смогу. Простите за внезапность с утра пораньше. Ей! Нас разбудил Атян, слава богу. Все прошло как надо. Так, сколько время? Ух. Ладно, пора заканчивать на сегодня. Блин, что-то время быстро проходит. Я хотел сегодня пройти хотя бы два дополнительных задания, а в итоге опять только одно. Так что ладно, продолжение следует.